Здравствуйте, с вами компания «Форма ремонта», город Симферополь. Меня зовут Алексей. Мы находимся на нашем объекте в трехкомнатной квартире площадью 75 квадратных метров. Буквально полчаса назад закончился клининг, и уже завтра мы отдаем ключи нашим заказчикам. В этом видео я хотел бы рассказать о планировочном решении, которое предложила наша фирма заказчикам. От застройщика в этой квартире предусмотрено 3 гардеробных. Одна в прихожей и по одному в гостиной и спальне. Если гардеробной в прихожей вопросов нету, но то в гостиной и спальне они очень интересной конфигурации. Они треугольные с очень острыми углами. Вот, полюбуйтесь, это гардеробная в гостиной. Наш архитектор Виктория предложила заказчикам пожертвовать в гардеробной в спальне в пользу увеличения душевой зоны. Пойдемте, я вам покажу. Вот у нас душевая, вот тот самый бывшая гардеробная, тот самый треугольник. Здесь раньше был проем в спальню, который мы заложили вот тот острый угол. На этом месте была глухая стена, граничащая с душевой. Мы ее демонтировали и построили новый вот такой проем для стеклянной двери. Получилась шикарная большая душевая зона с теплым полом. Тем самым освободив место здесь, у нас сюда установим большую столешницу с большой накладной раковиной. Уже установлено зеркало. Снизу будет стиральная машина. С этой стороны хватит места для сушильной машины, полотенцесушитель электрический и для стеллажа с банными принадлежностями. Обращайтесь в нашу фирму, у нас очень большой опыт в ремонтах. Ждем вас на замерах. Всего доброго!